Еще Россия, Армения. Судит рефери Глеб Самарский. Судья категории 2 звезды. Судит сбоку Алексей Бойцов, Вячеслав Паньков и Сергей Жаров. Красному ринга Дмитрий Иванов. Борис Фёрштейнов. В синем Гарик Антанасян, Армения. А в этом бою, в матчевой встрече Россия-Армения, победил боксер из синего угла Гарик Антанасян. Гарик является победителем первенства Армении и финалистом первенства Европы среди юношей этого года. Боксеров награды вручения. Один из ветеранов бокса, четырехкратный чемпион города Ленинграда и победитель Кубка города Ленинграда. Мастер спорта СССР Абет Рубенович Бабаянский. Он награждает за второе место своего боксера. Дмитрий Иванов. А за первое место награждается Гарик Антанасян, аплодисменты нашей сборной, один из самых титулованных наших боксеров на этом турнире. Спасибо сборной Армении, я думаю, что был тоже Тигран, выходи на снимки, да, и тоже выйдем. На этом полуфинальный день наш закончен. Я всех приглашаю завтра в 13:00 на финальные бои 46-го всероссийского турнира, традиционного, вот уже 46-го. В 13:00. Поздравляю, Тигран, завтра. А сейчас...